Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать еще один рецепт, как я пеку баурсаки. Пожалуйста, присоединяйтесь. Для этого мне понадобится сегодня мука, растительное масло, молоко, дрожжи, натуральный йогурт, соль, сахар и яйца. Йогурт натуральный, молоко, два яйца. Хорошо перемешаю. Добавлю сюда 2 столовые ложки сахара. Приблизительно столовая ложка соли. Две столовые ложки растительного масла и пачечку дрожжей. Все хорошо перемешаю и буду замешивать тесто. Добавляю муку. И дальше, уже как обычно, буду замешивать тесто руками. Тесто я замесила, сразу же буду раскатывать и печь. Вот такое тесто получилось у меня. Оно достаточно мягкое. Вот такой не толстый пласт я раскатала. Сразу же нарезаю. Я буду нарезать. Можно выдавливать. Ну, тогда придется еще остается тесто еще раз раскатывать его. Поэтому я режу. Вообще баурсаки казахи режут. Примерно на вот такие вот кусочки. Как правило, ромбики. Масло уже закипело, теперь я могу выпекать баурсаки. Помногу не ложите, потому что им нужно место, чтобы они вот так вот стали такими пышными. Выпекаются они очень-очень быстро. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а я желаю вам приятного аппетита. До новых встреч! Пока!